Друзья, всех приветствую на канале Boston Technic. Меня зовут Павел. Сегодня представляю вашему вниманию средняя часть от бараны дисковой тяжелой 7-метровой. В общем, без боковых крыльев, средняя часть. В рабочем состоянии работала она. Все диски, вот видно, наработку. Рама есть подвары. Так, вот там усиление. Ну, как видите, уже много лет она работала с этими моментами, и дальше трещин никаких нет. Также там гидроцилиндр крепления. Сейчас по порядку. Так, петля. Ну, тут приваривали под МТЗ, под палец, чтобы не болталось. Так, рама целая, ровная, не кривая. Вот, какие-то, конечно, нужно будет поменять подшипники, посмотреть, какие-то поменяны боковые, эти для боковых крыльев уши. Так, колеса, ну это колесо с трещинами небольшими, а левое колесо вообще новое практически. Гидроцилиндр подтекает, там есть в запасе. Отдадим в запасе гидроцилиндр. Вот еще момент, что здесь такая мощная косынка приварена под гидроцилиндр. Сама рама ровная. Все с ним нормально. Также вот усиление на оси колес. Такие вот были когда-то подвары. С той стороны тоже. Пойдем покажу. Ну, техника не новая, но прекрасно работает за счет того, что она тяжелая, мощная. Также вот очистители между каждой секции тут есть. Так, подшипник вроде нормальный. Вот здесь вот, наверное, подшипник не очень. Ну, в общем, надо смотреть. Надо смотреть все. Так вот, косынка такая мощная, кронштейн даже приварен. Все, в остальном, в общем, работать будет. Вот колесо новое практически. В общем, работать будет. Кому необходимо, обращайтесь. Все, всем спасибо, пока-пока.